Всем привет! Ты смотришь канал Заводила. Меня зовут Корненко Олег. В этом видео я бы хотел бы вам рассказать одну нашу идею. Так как предыдущее видео о растаможке набрало очень много просмотров и вызвало такой некий резонанс, я так понял, что эта тема, в принципе, интересна и некоторым людям болезненна. То есть это уже длится из года в год. Никак не могут прийти к нормальным ценам, к нормальным таможкам. Много людей в комментариях написали, а что ты сделал для этого, а что ты лично, вот лично ты сделал для того, чтобы была дешевле растаможка. Ну вот мы как бы подумали и решили сделать так. Мы хотели бы создать сами на бумаге закон, так как Украина, она больше европейская страна, и большинство законов мы хотели бы применять у нас в стране. Я сниму вам видео о том, как происходят растаможки в таких странах, как Германия, Польша, Австрия, Голландия, как это происходит у них, как у них люди растамаживают, покупают ли в других странах автомобили, какие налоги они платят, как это вообще происходит и сколько это стоит. Вот, собрав всю информацию из других европейских стран и опыт европейских стран, как это происходит у них, и применить это у нас. Соответственно, мы хотели бы от вас услышать вот рекомендации, какие вы видите цены на растаможку, как это должно происходить, какие документы должны быть. Давайте вместе с вами сделаем, давайте вместе с вами создадим и подадим президенту, пусть он рассмотрит. Возможно, этот закон пройдет, возможно, что-то они из нашего документа подчеркнут, возьмут. Почему бы и нет? Давайте сделаем это вместе. Поэтому я очень прошу вас, комментируйте это видео, лайкайте, шерьте его, отправляйте друзьям. Так что смотри наше видео дальше, подключайся, комментируй, лайкай. Ну и всех вам благ и зеленых бумаг. Пока.